Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ну что, забираем с тобой ежедневные награды. Я смотрю, Лига Мастеров 3 звезды, причем два раза сохраняется. Интересно, давай посмотрим, что у нас на турнирке. А все-таки сбросили. Лига Мастеров 2 звезды, 38 ранг, но в принципе это ничего страшного. Мы сейчас обратно вернемся на свое место. Все, наверное, уже знают, да, ребята, что нас отключили от Фейсбука, поэтому многие могут не поиграть в Android игры, но, как вы знаете, есть всякие обходные пути, поэтому, ребята, если вы играете в игры, то пользуйтесь VPN-ом. Так, ну что, поднять уровень персонажа, пройти серию испытаний, давай, наверное, начнем именно с серии испытаний. Раз, два, три, четыре, пять, погнали. Единственное, которую я игру пока не мог запустить, это Юрский парк. Вот все запускаются, а Юрский парк почему-то нет. Ну, я еще с ним поработаю маленечко, и наверняка что-нибудь у меня получится. Так, сейчас мы будем разбираться с этими охламонами. Бакстер, иди гуляй. Так, запускаем маузеров. Да ладно, у него уже отложена смерть, все понятно. Так, переходим на последнюю волну. Здесь у нас... Ага, ну я думаю, массовую атаку надо сделать. Только кем? А вот Армагоном. Не все, конечно, упадут, но это дело секундное, да? Минус Рокстеди и минус... Ах ты, Бибоп. Он повесил на себя уклоняшку, а она ему не помогла. Обычно у него уклонение довольно мощное. То есть если он на себя его вешает, ты фиг по нему попадешь. Но здесь мы его почему-то разобрали, причем с первой плюшки. Ну что ж, давай двигаться тогда дальше. Забираем награды. Так, нам нужно сразиться в боях, но это проще простого. Кстати, у нас сколько денег? Нам надо же купить было. Блин, не хватает. Не хва... Опачки. Что я вижу, ребята? А у нас доступны события. Ну что же, с удовольствием тогда начнем с прохождения именно их. Тут заработаем еще немножко денег. Стоп, 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 стоп. А разве так у нас должно было быть? Ладно. Четыре волны. А ну-ка, бросим бомбочку. Какой у них здесь уровень? 60-й. Ну, в принципе, разбираются они здесь на изи. Все-таки 60-й уровень, это тебе не 100-й или не 80-й. Так что с ними мы разберемся с полтычка. Так, выпускаем маузеров. Упс. На те майки. Так, бежим с собой на вторую волну. Здесь у нас черепашки фильм. Сделаю дополнительную защиту. Поверь мне, она нам пригодится здесь. Ты не упал. А если мы сделаем вот так вот? Шипы от Шреддера. Все, здесь они, конечно, загнулись. Так, это у нас ролевики. Начнем с волны. Упс, и закончили. Последняя волна, это у нас черепашки классика. Давай с гранатомета бомбанем. Все. Довольно быстро пробежали и легко. Такс. Я прохожу эти события, ребята, лишь бы получить денежку. Видишь, $60, да, они нам нужны. И также здесь, по-моему, будут жетоны, да. Вот 75 жетонов плюс $15. Поехали. Попробуем здесь тоже пройти. Уровень у них уже, по-моему, 70-й будет. Угу. Так, здесь мне не нравятся майки. Не вырубили, а если так? Ты посмотри-ка, а. На тебе. Рафаэлю тоже досталось. И переходим на вторую волну, смотрим, что у нас тут. Опять ролевики. Дом защиты. Бросаем бомбочку. Так, а что теперь? Просто уничтожаем их. По идее, здесь надо было начинать с Донателло. Ну-ка, маузеров вызовем, посмотрим. Замечательно. Так, а это уже оригиналы. Ну-ка, достаточно будет гранатомета? Ну, почти. Упс. Молодец, Бакстер. Среагировал вовремя. Так, уничтожаем Донни. И последняя волна. Здесь у нас черепашки видения. И давай-ка пулеметную дробь.
Эй, красота. Так, ну что, второе событие мы прошли. Давай попробуем последнее. Третье, там, правда, будет 80 уровень. Но мне кажется, мы справимся. Так, 15 долларов, 75 жетонов. То, что нужно. Так, а вот на последнем у нас 100 жетонов. Это будет 520. И 20 долларов. Это же круто. Поехали. Тут главное надо пройти. 6 волн еще к тому же здесь. Ё-моё. Упс. Опачки. Вот это ты, да. Вот это ты прижучил мне, зэка. Блин, ребят, я даже не знаю. Нам, наверное, надо сделать шипов все-таки. Угу. Наказываем этого. Нам нужно... Блин, провокации ни у кого нету. Как же быть? Доп. Защита поможет нам, интересно, или нет? Так, здесь, конечно же, надо вырубать майки. Ай-яй-яй-яй-яй, даже не заблокировал. Да что ж ты... Зэк, что ж ты так слабенько-то, а? Началось. Попал же все-таки, а? Тут, наверное, пулеметку надо сделать. Мне зэка нужно спасать. Вот как мне его спасти, а? От наказания. Здесь Леонардо жесткий, очень жесткий. Поэтому его в первую очередь накажем. Так, майки тут, понятное дело, усиливает команду. А мы сделаем вот так вот смертельную волну. Давай, ладно, сделаем гранатомет, фиг с ним. Так, четвертая волна, оригиналы. Так, ну здесь, насколько я помню, Леонардо самый такой жесткий. Поэтому надо именно его уничтожать. Да-да-да-да, именно из-за того, что у него вот эта вот отложенная смерть есть. О, он еще и провокацию берет, блин. Ну ладно, попробуем его пробить. Пробили. Так, бросаем гранату. А бомбочку стоит ли бросать? Наверное, не стоит. Потому что... Так, смотрим, в кого? В зэка все это прилетит. Ну, конечно, они теперь будут, ребята, заниматься именно зэком. Потому что у зэка очень мало здоровья. Они именно на него и переключаются. Нам надо будет, знаешь, что сделать? Ой-ой-ой-ой. Я боюсь, зэк не выживет здесь. Пятая волна, кто там у нас? Черепашки видения. Доп. Защита, вряд ли она, конечно, нам тут поможет очень сильно. Замедлить как-то их надо. Шредер, ты уж извини, но надо нам твою хилочку сюда. Так, кто у них там? Донни? Да нет, по-моему, Лео тут самый такой. Если он бросит флакон с запретом на хилку, это будет жесть. Угу. Провокация, ну это понятно. Это мы попробуем сейчас убрать. Замечательно. Так, ну этот в инвиз уходит. Пускай так и будет. Так, Рафаэльчик, на тебе. А вот теперь самое серьезное. Черепашки космос. Тут надо их очень быстро, ребят, наказывать. Очень быстро. Даже блокировать, я не знаю, как с ними тут разобраться-то. Шипы, правильно. По-моему, все, ребята, выиграли. Есть. Фу, я за зэка переживал трындец просто. Ну ты сам понимаешь, да? Его тут разбирали только в путь. Но мы прошли. Прошли все три события, три эпизода. И, ребята, сколько у нас? 27. Ну только пофармить остается. Попробуем. Ай-яй-яй. Ничегошеньки нам не выпало, к сожалению. Обидно, прям нет слов. Ну что, мы пойдем дальше с тобой искать
наши элементы на Макмана. Во-первых, уровень надо ему поднять. Пускай будет 75-м. И вот здесь нам нужно найти 2 3D очков вот этих вот. Блин, да куда же ты пошел-то? Не сюда надо было, вот тут. Так, одни есть. Только лишь одним нашли, да? Слушай, по-моему, здесь вот выгоднее искать. Все, 2 3D очков мы нашли. 8 пультов. Раз. 2. 3. Так, 3. 4. 5. 6. 7. И последний. 8. 8 пультов нашли. Все, ребят. Прокачиваем до 2 ступени. Это послушай-ка, Джо. Да? Можно, кстати, еще один уровень поднять. 76-й будет у Макмана. Все, ребят, по красоте. Забираем здесь все задания. Так, у нас 7 откатов. Этого мало, если честно. 7 откатов. Вот, к сожалению, друзья мои, я не мог почему-то посмотреть здесь рекламу. Может быть, сейчас сработает. Так, ну что, друзья мои, у нас 30 ранг, 2 звезды Лига Мастеров. Давай-ка попробуем сегодня обратно вернуться на свое топовое место. Так, 17-24, это меня устраивает вполне. И берем, как всегда, нашего Супер Шреддера. И вместе с ним будет... я не знаю, может быть, Зека взять с собой. Давай вот так вот, Зек и Железноголовый. Ну, естественно, мы возьмем еще с тобой вот так вот, 2 слабеньких. Ну что, поехали. Так, Зэк ходит первым. Бросает свою бомбочку. Так, Супер Шреддер идет вторым. Так, Муха. Ну да, Муха от постепенного урона отдуплилась. Шикарно, двигаемся тогда дальше. Смотрим, как мы будем продвигаться здесь. Так, с 30 места мы перепрыгиваем на... Чего? На 28-е? Вы издеваетесь сейчас, что ли, надо мной? Я не могу понять. Зашибись. Продвинулись. Так, ладно, Лео, давай. Вы хотите сказать, всего на 2 ступеньки? Да это бред. Ну ладно, хоть на 2 бывало. Помнишь, вообще ни на одну ступеньку не продвигались. Просто на месте стояли. Так, ну-ка. Ну, естественно, шипы. Так, Лео, давай, жги. Добивай их. Так, с 28 места. Сейчас посмотрим, куда мы передвинемся. Если вообще сдвинемся куда-нибудь. Ну вот, уже другое дело. 18-я позиция, отлично. Так, 17-24 до сих пор еще дают. Берем Супер Шреддера. Возьму, наверное, Ваньку здесь. Супер Шреддер, Ванька. Раз, два, три. Тут, правда, Микеланджело есть, но я думаю, что он все-таки в инвиз уйдет быстрее. Или отдуплится от атаки Супер Шреддера. Тут 2 варианта. Сейчас проверим. Так, а он упал. О, тут... Смотри, Пит не... Тихо ты. Пит не стал, ребят, захиливать своих. Он решил все-таки пойти в атаку. И, кстати, чуть было морозильную кошку, он мне не уронил. Благо, все обошлось. Двигаемся дальше. Так, какое у нас сейчас место? 4-е. Ну что же, я так понимаю, 3 звездочки у нас уже обеспечены. Так, давайте ко мне 17-24. Они не дают, прикинь. Вот. Ну я, наверное, возьму вот эту вот команду. Так, Шреддер плюс Усаги. Так, я вот боюсь, нам откатов не хватит. Я почему-то, ребят, там посмотрел 2 рекламки, и все, больше мне не дали. Вот решил поиграть. Может быть, потом еще дадут. То есть там получается еще 6 откатов. 6 откатов мне не додали. Так, ну-ка. Добивочки, я надеюсь. Да.
Просто хотелось бы действительно сегодня добраться до Лиги Мастеров. Мы, конечно, можем с тобой купить за доллары. Но я хочу телепорт, ребят, купить. Они стоят 1250 штук. По-моему, так. Ну, здесь возьмем, наверное, вот эту вот команду. Опять же, Шреддер. Здесь, кстати, можно взять Донни. Помнишь, мы тогда Донателло взяли? Он довольно неплохо справился, кстати, с врагами. Сейчас проверим, прокатит ли очередной такой вот фокус или нет с его сюрикенами. Так, проверим-ка. Ну, тут отлично. Добьешь? Ну, ребята, он не добил. Единственное, что нам это помогло, постепенный урон, который повесил Супер Шреддер. Так что на Донателло лучше не рассчитывать. Вот что я понял. Ребята, опять у меня сбился режим. Понимаешь? Только думал, вот все нормально было. И на тебе. Сегодня лег спать днем. Ну, думал, просто полежу, покемарю. Это где-то было в часа 3. Думал, ну, часик посплю. И проснулся в час ночи. Вот как тебе такой расклад? Поспал, называется, чуть-чуть. И все, ребята, вот опять не в одном глазу. Времени 2 часа ночи. Сижу тут, дрынкаю. И опять же, как всегда, где-то до 10 дня просижу. Там, соответственно, опять меня начнет рубить. Короче, я не знаю, как я восстанавливаться буду. Ничего не получается. Так, давай рубить. Угу. Плюс валунчик от Армагона. Вот и все. Вот и песенка спета. Так, сколько нам там еще примерно нужно поединков сделать, чтобы добраться до топового места? Покажите-ка мне, пожалуйста. Угу, ну где-то поединков 6 еще. Так, а у меня 6 откатов. Как-то нужно укладываться, я даже не знаю как. Ну пока вроде бы есть кем играть. Но они сейчас закончатся и все. Раз, два, три. То есть тут получается Супер Шреддер и Бакстер Стокман. Ну вдвоем-то они, конечно, ушатают любого. Поехали. Так, и теперь смертельная волна. Вот и все. Тут вообще даже не обсуждается, ребят. Бакстер Стокман со своей волной — это что-то с чем-то. Так, наверное, 50-я, да, я так понимаю? Ну да, 50-я почти позиция. Мы с тобой забираем, точнее, выбираем вот эту, наверное, команду я возьму. И вот теперь нужно как-то своими силенками. Так, и вот так. Ну, в принципе, это реально, ребят, пройти такой командой. Тут один Рафаэль чего только стоит. Я даже не буду уклонение здесь вешать от Микеланджело. Оно не нужно здесь. Вот, берешь вот так вот провокацию на Рафаэля и все. Теперь каждый, кто атакует, будет автоматически отдупляться. Хотя здесь постепенка висит, кроме Рафаэля. Рафаэль успел все-таки захилять, да? Так, Ванька может сейчас... Да-да-да-да-да, вот это опасная штука. А Рафаэль мог бы взять холодильник. И тогда бы нам точно был бы трындец. Давай, Майки, хиляй. Так, минус Раф. Минус Ванек. Надо было вот этим заниматься. Потому что те в любом случае отдуплились, на них висел постепенный урон. Да иди ты своим люком. На тебе. Все. Справились. Ну что, была 50-я позиция, я сейчас думаю, где-нибудь будет 40-я, по идее-то. О, даже 37-я. Отлично, идем. 4 отката нам должно хватить, друзья. Нам должно хватить, только вот... Кем играть? Блин, ну тут опасно. Твою налево, а.
Ладно, попробуем. Тут главное, чтобы Лео упал. Его надо ронять. Да ну, ты серьезно, что ли? Так, я надеюсь, Бакстер упадет. Угу. Ну все, теперь точно не все упадут. Нате, топотона от Макмана. Так, получается, у нас 3 отката, а местечко у нас где-то 20-20 какой-то будет. 24-е. Угу. Как сделать-то здесь? Как тут-то хитро провернуть, чтобы все у нас получилось? Раз, два, три, четыре. Ой, большие риски, ребята. Ой, риски офигенные. Просто если сейчас Шреддер не повесит по степенку на всех и не ушатаем мы Пита, будет больно всем. Пробуем. Отлично, Пит упал. Давай, Крайка, жги. Так, давай паутинку, наверное, сделаем. Ай, красиво, молодцы, умнички. Вот так вот, ребята. Выкручиваемся как можем. Ну что, какая там 14-я будет позиция, по идее, да? 10-я. А, ну тогда все, ребят. Тогда, я думаю, тут песенка спета. То есть нам нужно сделать один поединок. Я беру Супер Шреддера, Леонардо и вот этих вот троих. Все. По идее, сейчас мы должны попасть в топовое место. Ну-ка, проверим. Так, шипики. Плюс Леонардо вертушка. И все. Давай смотреть, что у нас получится по итогу. Ну-ка. Да, друзья мои, как я вам и говорил, топовое первое место. Замечательно. Сегодня у нас суббота. Остается тут совсем немножко. Это я уже, ребята, все сделал, не волнуйтесь. Остается совсем немножечко, и мы будем приходить в следующую неделю, естественно, буст. Ну а пока все, ребята. Все, что могли, сделали. Всем удачи и до новых скорых видосиков.